Феномен 90-х и начала нулевых, незаконная прилотковая продажа овощей и фруктов в Самаре постепенно сходит на нет. Однако периодически такие точки реализации продукции все-таки появляются. Чтобы решить эту проблему, городские власти организовали муниципальные ярмарки. Задача вот ярмарок Самары, да, так сказать, которая происходит, чтобы мы, самарцы, по доступной цене, так сказать, ну, максимально, да, так сказать, социальной направленности, могли получить качественную продукцию. Во время выездной комиссии депутаты городской думы осмотрели помещение ярмарок, поговорили с арендаторами и убедились в качестве продукции. Задача такой инспекции – найти новые механизмы повышения популярности муниципальных торговых точек. Прежде всего, депутаты предложили повысить информированность граждан и ввести большее количество акций для пожилых садоводов и огородников, которые хотят торговать в павильонах. Пенсионеры очень хотят реализовывать небольшое свое ведерко малины, ведерко смородины, да, там все то, что они выращивают. Ко мне непосредственно приходили жители моего округа. У них есть такая потребность реализации своей продукции. Напомним, в Самаре работает 22 муниципальные ярмарки, где можно купить продукцию по самым низким ценам. Торговые павильоны обеспечены всем необходимым – лотками, кондиционерами и холодильниками, а также уборными. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.